Исельский район входит в число регионов, обеспечивающих продовольственный пояс столицы. Поэтому в последние годы здесь в первую очередь стараются наращивать поголовье скота. По словам генерального директора товарищества «Раягро» Кайрата Алибекова, в связи с развитием животноводства наблюдается высокий спрос на качественные корма. Именно поэтому начато строительство современного завода. Разрешение получил в ГАСКО в феврале месяце. Ну, земляные работы, может, начались чуть раньше, но так сама конструкция, мы в феврале начали возводить конструкцию. Ну и сегодня уже, можно сказать, что мы закончили. Конструкция вся стоит, оборудование мы получили. Это фирма «Новера», Германия, импортное оборудование. Основное строительство завода завершено. Поставлено устройство для измельчения ячменя и пшеницы, приготовление комбикормов с различными добавками. Склады для хранения тоже готовы. Полностью завершено строительство весов и лабораторий для грузовиков, зернохранилищ. К слову, предприятие будет выпускать 2,5 тонны готовой продукции в час и до 60 тонн в сутки. Стоимость проекта 646 миллионов тенге. Сумма проекта по общему всего этого объекта, это где-то первый этап 640 миллионов. Из них я инвестировался АКК 373 миллиона АКК, а остальное собственные средства. В перспективе планируется поставка качественных кормов и в другие регионы страны. Абай Кокимбек, Зарина Дюсекеева, Берик Абдурманов, Азамат Бекмагамбетов, Жахангер Мукамбетов, Кукшахпарат.